Всем привет, ребят! Ну что, помните, да, что это замечательное чудо? Ну, сейчас там цепочки снять, чтобы она не ездила, потому что толкать ее тяжеловато. Вот это белище колесо, в котором бегали. На самом деле, такая беговая дорожка получилась классная. Ну, разбирать не стали. Как вы видите, все это дело пока стоит, все здорово, замечательно. И вот и читал, да и сами так подумали. Ну, блин, такую штуку собрали. И как-то ее просто разобрать, распилить и утилизировать, ну не хочется, ну правда, ну вот прям действительно не хочется. А куда ты побежала-то? Ну смотри, что, ну похоже просто не отбалансировано. Ну 100%. Ну и, в общем, самое главное, что она очень легко на подшипниках крутится. И знаете, какая пришла идея? Ну все-таки раз у нас лето, ну в любом случае, ребят, ну оно короткое. Хочется сделать такие вылазки там на воду там. Ну, вы, в общем, поняли, да? Система старого парохода, но плюс ко всему еще прогулочные катамараны. Помните, да, там такое небольшое грибное колесо там или грибной винт, когда вы крутите педальки и спокойненько там еще рулите там лево-право и передвигаетесь по водоему. Раз у нас есть такое колесо, соответственно, есть автомобиль, ну, он уже практически по максимуму облегчен, давайте здесь вообще все облегчим, выпилим. Перенесем маленько вперед колесо, опустим его вниз, для того, чтобы оно у нас касалось воды здесь. Ну, сделаем, приварим, скорее всего, из листа что-то такое импровизированной лопасти, для того, чтобы был зацеп за воду. Ну, соответственно, поставим пару сидений, также на цепях, педальки сделаем. Вот единственное, мы сейчас думаем, как сделать так, для того, чтобы он был плавучий. Но это мы что-нибудь придумаем. Я думаю, у нас материала же много всяких разных, там пена, пенопласт. В принципе, наверное, и все. Сделаем ее плавучей, опустим все это дело, поставим два кресла, что-то придумываем с рулевым управлением, ну, киль какой-нибудь сделаем, ну, что такое, и потестируем, насколько это получится весело и удачно, как это все будет передвигаться, ну, узнаем чуть-чуть попозже, поэтому давайте сделаем такую прогулочную «Жигули» по воде. Погнали! Все, видите, выбрались, мы на природу уехали вообще за город. Здесь у нас есть водоем, очень даже такой неплохой. Блин, есть там спуск один такой хороший, он песочный, классный. Как, почему сюда ехали, пускай далековато, но знаю, что здесь хорошо. Но получилось, что ну, рыбаки, их же не будешь, правильно? Там, ну, сидит дядька, рыбачит, не знаю, что он там ловит. Скорее всего, ничего, ну, ладно. Вот камыш, иди рыбачь в камыш. Ну, похоже, по камышу мы сейчас будем гребсти вот на этой штуке. Да нет, шучу, проход есть, все хорошо, все замечательно. Она у нас вся, ну, видите, вся чистенькая, все хорошо, все здорово. Здесь ни моторов, ни мостов, ничего нету. И это очень даже хорошо. В общем, сам пепелац, вот он. Колесо грибное, оно сейчас немного ниже. Привезли его Жига. Маранчик, что ли? Ну, катамараном его не назовешь. Поэтому, ну, будет Жигули, которая будет у нас сегодня ходить по воде. На что мы очень надеемся. В общем, давайте сейчас мы это дело все разгрузим, соберем и будем потихонечку спускать все это дело на воду. Погнали, короче.
так мне просто на ногу наехало. И причем причем больно, блин. Так, Колян, это, давай ключи, надо же промвал открутить, собрать это все. Влад, мы, похоже, ключи на базе забыли. Вы что, вы прикалываетесь, что ли? И что мы теперь, ногами, что ли, собирать будем? Что теперь делать, на базу возвращаться? Какая база? Потом еще раз в эту глушь ехать. Там на базе у нас кто-нибудь остался? Вроде Женя оставался, но он не найдет, тут еще и связи нету. Не, давай попробуем все-таки позвонить. Да нет, вроде все палочки на месте. Алло. Алло, Жека, здорово, ты на базе? Да, на базе. Слушай, у нас тут беда на съемках. Мы там это, кейс с инструментами забыли. Он, короче, где-то на первом этаже. Ага, сейчас пойду посмотрю. Ну все, пойду, давай. Перезвоню. Хорошо, ага, давай, давай. 5 minutes later. Алло. Алло, Влад. Не могу найти инструмент. Куда его, парни, дели? Ну, ты на первом этаже? Да, на первом этаже. И вдоль верстаков? Да посмотрел везде, и заверстаками, и так, пенсии, короче, такая. Подожди, стой. Давай тогда я это по видеосвязи наберу. О, алло. Алло. Я не могу дойти, где они? Дойти или найти? Найти. Ну иди вдоль верстаков. Дальше. Еще дальше. Пылесос нам не нужен. Кулер тоже. Аккумуляторы у нас есть заряженные. И... Не-не-не, вот с этой стороны, да? Это он? А, ну конечно он. Кто спрятал? Все, есть там кто на базе? Да, найдем. Сейчас кого-нибудь отправлю вам. Давай отправляй кого-нибудь. Кстати, а ты заметил, что связь даже не лагала? Меня это тоже удивило. Кстати, давай спид-тест сделаем. Ух ты какой, ну давай сделаем. Смотри, скорость интернета вообще пушка. Да, ништяк, надо тоже на мегафон переключиться. Давно пора. Ну и пока мы ждем наш инструмент, так сказать, время обеда, можно и перекусить, все равно путь как бы не такой, не 10-минутный. Я думаю, мы успеем все это дело, пока Шельда Шевель приговорить. Ну что, налетаете? Ну все, наконец-то кое-как с горем пополам собрали мы этот пепелат. Или как его обозвать. В общем, все нормально, колесо стоит. Лопасти мы здесь наварили, ну, скажем так, не сильно большие. Ну, зато их много. Ну, соответственно, ватерлинии мы проводили, скажем так, на глазок. Ну, в общем, как обычно. Ну, и теперь нам это все дело надо потихонечку, аккуратненько спустить на воду, посмотреть. Я думаю, что все равно пенопласта будет немножко многовато. Где-то что-то будем подрезать, как-то погружать ее, выравнивать, для того, чтобы она... Ну, скажем так, устойчиво и очень надежно стояла, держалась на воде. Поэтому, что, погнали! Все, она сейчас уже должна сама грести начать. О, вот и все! Ну, в общем, мы, короче, загрузились кое-как. А тут вот это колесо стоит, мое. Видите, куда оно крутится? Получается, на мою сторону она шибко завалилась. Ты понимаешь, в чем дело? Ребят, мы идем, все по... Какой хороший душ, а ты посмотри, что. Ай. Вот смотри, она навалилась на меня, и все теперь бежит только на меня. Мы, по-моему, сейчас вообще куда-нибудь... Ай. Кубыркнемся! Не, ну конечно, прикольно, да? Но мне кажется, все равно вот это заднее правое колесо уперлось в дно. То тебе там все куда-то еще кого-то туда садить. Мне нужен попугай. Попугай штурман. Чего, чего? Тихо, 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 сейчас на другую сторону навалится. Нормально, не зацепишься, ни на чем. Смотри, ногу, Серега. Ну вот. Так как-то уже подушевнее. Ну что? О, пошло дело. Слушай, ну, а не так-то легко его крутить, да? Оно очень сильно погрузилось в воду.
Хоть у нас там и лопасти небольшие. Так. Погоди, я только не могу понять, в какую сторону я сейчас рульну. Это самое. Поворачиваю. А, во. Вот сюда вот, точно. Все, и смотрите, она сразу разворачиваться начала. Так. Погнали. Да, в воде выходить некуда. Ну ладно. Несовершенство конструкции. Ци. Тихо. А что это у меня за чешки такие? Ты видал? Во! Так, сюда же надо было повернуть. О! Что такое у нас? Разрушение конструкции, да, происходит? Так. Так. Ага. Не, ну нормально. Хорошо идем. Медленно, но верно. Все, баланс пойман. Круто. Идем вон прям четко вот на ту. Кто это там? Это не камыши, это какая-то коряга, да. Так, ну-ка я попробую повернуть. Так. О! Ага. Ну ничего, кстати, получается очень даже, ну не сказать, что быстро. Но ноги не сильно устают. И это радует. Ну что, получился у нас пароход на ножной тяге старого типа. Как он там, колесный. Так, тихо, какой старый тип? Ну вы поняли, что говорят? Старый тип — это ты. Чего? Блин. Я не могу понять, в какую сторону у него там руль поворачивает. Ага, да, вот так вот. Так. Ну нормально, что? Жигули у нас идут и по воде на педальной тяге. Все хорошо, все замечательно. Только почему-то вот руль-то я повернул. А она не поворачивает. А как правильно называется? Я вот до сих пор, если честно, даже не знаю. Ну, колесное, да? Колесо. Не винт, а колесо. Но КПД у него меньше, чем у винта. Если верить эксперименту какого-то там года. А если не верите, загуглите. А сделали... Два парохода, один был колесник, второй винтовой, когда придумали винт, зацепили их веревкой друг за дружку, ну, абсолютно одинаковые, и кто кого перетянет. Ну, получилось так, что перетянул винтовой. Ну, в принципе, это не удивительно, почему от лопастей ушли. Но ничего, мы возвращаемся к истокам. Ну что, друзья, получилась у нас вот такая забавная штука. Да, педали крутить, понятно, что все в наше время это не спортивно. Но зато это полезно. Скорость небольшая, зато подольше покрутим педали. А, конечно, многие скажут, что вы так не продумали, почему вы не сделали колесо ниже для того, чтобы воду проталкивало под, так скажем, днищем, да, для того, чтобы ход был намного больше. Ну, это же все было сделано ради смеха, это же сделано ради, так сказать, удовольствия, увлечения. А, вам повалдеть, нам посмеяться, еще и покупаться, блин. В общем, получить, так сказать, наслаждение и кайф. Поэтому, ребят, самое главное, что у нас Жигули на водяном приводе, на колесном приводе спокойненько
перемещается. Согласен, что если, конечно, поднимется ветер, ее будет сдувать. Пару раз на нее больше, чем КПД вот этого колесика. Но ничего страшного. Еще раз говорю, самое главное, что это прикольно и весело. Поэтому, ребят, у меня на этом все. Хотя нет, не все. Сейчас кто-нибудь еще покатается. Вы поржете. И мы тоже. Смотрите нас, подписывайтесь. Обязательно что-нибудь предлагайте. Не забываем ставить такие лайки, комментировать. Ну все. Пока. Идите, спасайте их кто-нибудь, реально. Они что? Наш корабль идет ко дну.